А за окном целый мир. Вот, смотри, иди, смотри. Поехали. Гляди, миссис Пилч. И собака Пилчи. Обалдеть. Нет, нет, постой, это не все. А теперь она, смотри, что она делает. Она прощается с Линдой, которая убирается у них в доме. А. У нее на сиське татушка. Нормально. Представляешь, да? Каждый вторник в 4 часа миссис Пилч уезжает в загородный клуб играть в теннис с подружкой по имени Бетти Длинная Челка. И вот девушки уезжают, и появляется мистер Пилч. Он приехал с работы. Очаровательно. Сейчас, сейчас, сейчас. Вставай, вставай, не пожалеешь. Как тебе это, а? Он входит в дом, возьми бинокль. Да положи ты эти орехи, лучше посмотри. Ну-ну, наверх смотри, на втором этаже. Кто там? Обалдеть. Ага, круто. Ты. А я что говорил? Идем со мной, Ронни, сюда. Ага, я уже бегу. О, господи, пирамида из коробок от пончиков. А что, так делают все подглядывающие? Слушай, я не подглядывающий, ясно? Я просто смотрю, как живут соседи. Побочные эффекты хронической скуки. Тебе больше заняться нечем. Это Роберт Тернер. И? Он стрижет газон 2 раза в день, а больше я его почти не вижу. О, вон маленькие пакостники, я тебе о них рассказывал. Которые дерьмо подкинули. Да, не. Ты уже придумал, как отомстить? Не знаю, но месть будет страшной. Крысеныш мой. Ладно, пойдем. А здесь что? Проходи. Последняя остановка. Иди сюда, иди, иди. Обалдеть. Ух ты. Все-таки есть бог на свете. Да. Кто она? Не знаю. И что тебе делать?